Дорогие мои друзья, я приветствую вас. Это youtube.com, Мила Гурзуф. Я нахожусь сейчас на центральном рынке. Вот здесь огромный, богатый ряд медовух. Я называю любимым своим ласковым, нежным словом наших хозяев. Медовухи, потому что, ну, знаете, мед – это золотое руно для нашего организма. Забудьте про сахар. Итак, познакомимся, Екатерина. Наша любимая медовуха. Катюша, расскажи, пожалуйста, еще что, потому что это вторая часть. Да, про косметику наших любимых дам, которые не хотят стареть, которые хотят выглядеть всегда молодо. Девочки, кому 21? Хотите, чтобы вам было 21? Я, например, забыла. Катя, правда я хорошо выгляжу? Конечно. Да, мне так сколько? 12 лет. Да, конечно. Ну да. И вот вы все заходите youtube.com, Мила Гурзуф, на мой канал, и вы видите, что есть Мила. Понимаете? А поэтому сейчас мы коснемся косметики. Святая святых, сохранять красоту, потому что Господь нам дарует жизнь в результате того, какой мы занимаем духовный план, духовный уровень в этой жизни, дорогие мои друзья. А теперь поговорим о косметике. Девочки, самый обыкновенный мед – это естественный у нас антисептик, который питает нашу кожу. Можно просто намазаться обычным любым медом. Это питательная маска. У кого сухая, жирная, отбеливает, удаляет всякие неприятности с нашей кожи. Но есть еще такая вещь, как воск. Воск надо смешивать с любым маслом, которое вам нравится. Базовые масла – это касторовое, репейное, кокосовое, масло ши. Это отлично. Масло еще можно добавить какао. Кто не может найти, это тоже базовое масло, но оно больше антицеллюлитное, поэтому на лицо, ну, как бы не хотите. Второй подбородок можно, да, убрать. Это не вопрос. Это, кто хочет убрать целлюлит с лица, да. Какао масло. Растворяете 50 грамм воска на водяной бане. Пшеничная водка найти надо. Нет, 50 грамм воска. Воска. А, воск. Воска. Извините, воск. 50 грамм воска в 100 миллилитров любого масла, которое я перечислила. То есть берем воск и, да, и масло. Мажьтесь один-два раза в день и будете всегда молоды. Ну, это хороший крем. Крем, замена крем. Кстати, без консервантов, без ничего, без, да, химии, да, без парабенов, без СЛС, без ничего. Натурпродукт. Да, отлично. То есть вот этот желтенький, а коричневый это что? Это без разницы, это одно и то же. Одно и то же. Итак, дорогие мои женщины, дорогие мои мужчины, кто любит уделять себе внимание и, допустим, какие-то у вас моменты вашего лица, не удовлетворяющие вас, пожалуйста, обратите на это внимание. Приходите на центральный рынок города Симферополя. Это наш полуостров Крым. Это Россия сегодня. И когда вы приедете отдыхать, приходите на эту точку. Медовая лавка. Госпожа Зайченко. Екатерина. Можете вот так. Вот, пожалуйста. У вас есть колоссальная возможность, чтобы вы не ходили и не звонили Мила Гурзуф. А вот сюда прямо обращайтесь. Итак, хорошо, отлично. Я съемку сделала это. Итак, дорогие мои друзья, хочу вам сказать, что вы будете очень довольны. Крым вообще это полнотравье, разнотравье. Это золотое руно. Сам Господь Бог создал этот полуостров Крым. И он не зря плещется. А берега – это наше черное ласковое море, не вредное, экологически чистое. И нет у нас ни акул, никого у нас нет. Купайся, хоть спи в море черном. Итак, дорогие мои друзья, когда вы приедете, у вас, конечно, будет колоссальная возможность встретиться с травниками здесь, на этом центральном рынке. Здесь, именно в рядах, вы увидите, насколько лечебные и полезные травы. И исходит, истончает этот ряд именно крымскими полон ароматами. То есть каждая травка, если мята, то вы издалека услышите эту мяту. Если еще какая-то особо пахнущая трава, то вы ее будете чувствовать. Чебрец, допустим, там еще ряд. Вы будете чувствовать за версту, как только зайдете на центральный рынок города Симферополя.
Катюша, может быть, есть еще какая-то информация? Нет, на данный момент все, ну, все вкратце, потому что если долго рассказывать, это много времени. То есть еще вот скажи, вот есть вот тут пару минут у нас, многие интересуются, это вот молочко. Маточное молочко. Маточное молочко. Это активный биостимулятор. Активный. Биостимулятор. У него есть плюсы и есть колоссальные минусы. Если у вас онкология, его ни в коем случае нельзя принимать. Положительное, отрицательное. Но если вы хотите избавиться от морщин, под глаза идеальный способ. Он это конкретно активный белок, который вызывает рост клеток, как положительных, так и отрицательных. Будьте очень внимательны и очень осторожны. Вот каменгинат это тоже есть, как бы, тоже активное вещество, тоже надо аккуратно. Для мужчин вообще идеально, избавляет от бесплодия, убирает все, что связано с простатитом и т.д. и т.п. Но тоже очень аккуратно, потому что можно из-за маленькой проблемы сделать просто очень гигантскую. И поэтому очень аккуратно советую с врачом. А не так, что с неба упало, и мы это делаем. Нет, это надо все очень аккуратно. Хорошо. Я очень рада сегодняшней встрече, Катенька. Слава Богу. Дай Бог, что именно люди, которые ищут настоящий крымский мед, будут приходить именно сюда, на адрес, который я указала. И вы видели эту визитку. Дорогие друзья, я хочу вам пожелать хорошего здоровья. Я хочу вам пожелать успехов во всех ваших начинаниях, в бизнесе. Затем я хочу пожелать вам счастья и любви вашим семьям. Затем я хочу вам пожелать вашей перестройки в духовном плане, что мы имеем здоровое тело, здоровое тогда, когда мы имеем здоровую душу. Надо сначала вылечить нашу душу. Думайте об этом всегда. И всегда обращайтесь к Господу. Пусть Господь вас хранит, помогает вам во всем. Самое главное, пусть в ваших сердцах будет любовь. Пусть ваши сердца будут наполнены любовью. Просто любовью к этому миру. Любовью к этому восходу солнца, дорогие друзья. Заходите на мой канал youtube.com Мила Гурзуф. Подписывайтесь, ставьте плюсики. До скорой встречи, дорогие мои друзья!